Питера Фергюсон, проживающий в небольшом городке Кимберли в провинции Онтария, судится с местными органами власти. Он требует прекратить чтение молитвы Господней, обычно произносимой до начала заседания здешнего окружного совета. Как пишет Инвиктори, Фергюсон, будучи атеистом, заявил, что чтение молитвы перед началом заседания местного окружного совета не только является нарушением его конституционных прав, но и заставляет испытывать страдания, дискриминацию, отчужденность, отторжение и потерю удовольствия от жизни. Свое страдание он оценил в $5000.